Привет всем, дорогие друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, и это реакция на трейлер Morbius с Джаредом Лето. Объясню немножко, что происходит, наверное, мои подписчики сейчас вообще ничего не поняли. Я в последнее время завис, просто залип на реакции американцев на разные трейлеры, сериалы, фильмы и так далее. Все началось, конечно, со «Звездных войн», потом «Мстители» подключились, сериалы, «Мандалорец», и, ну и, короче, тык-тык-тык-тык. Вот этот месяц где-то, то, что меня не было, я тупо залипал, смотрел реакции в основном. Короче, давайте не будем тянуть и уже заценим, наконец, этот трейлер. Майкл, я помню тебя еще ребенком. Так, просто... Ты наделен даром. И так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Ну, я, конечно, не... Мне кажется, я давно должен Лето был идеально подходит для Джокера. Но я жив, а значит, все исправлю. У меня редкое заболевание крови, и время уже на исходе. Теририха. Это мой последний шанс. Скажи мне, что ты задумал? Кое-что не вполне законное. Не хочу, чтобы ты страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Но какой ценой? Ждем Человека-паука в Вене. Что с тобой? Я видел смерть. Но сейчас я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. Блин, саундтрек классный вообще. О, напоминает этого чувака из... У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти? И что? Вернуть все на круги своя. Пока инкапсуляция. Не стало опаснее болезни. Морбиус. Майкл Морбиус. Что, надоело притворяться хорошим парнем? Как самочувствие? О! Чё? Серьезно? Подожди-ка. Это... Так, он же в тюряге должен быть, стервятник. Ты что здесь делаешь? Или он вышел? Блин, тут по-любому появится Питер Паркер. Ну, он должен просто появиться. Охренеть, у меня мурашки по коже идут. Там был плакат с Человеком-пауком. Да, вот он. Ну-ка. Убийца. Но фак, как это круто, блин. Я не знаю даже, что сказать. Если честно, я, конечно, плохо помню, какой он... Как все получилось в мультсериале. Мне кажется, ну, какие-то недочеты будут, конечно, и ответвления возможно. Но по трейлеру, мне кажется, все очень круто. Я очень хочу увидеть... этот фильм, очень хочу увидеть Лето в образе Морбиуса. Вот Морбиус, мне кажется, из него будет топовый. Многие не приняли Джокера. Вот мне кажется, Морбиус очень крутой. Я надеюсь, что здесь появится Питер Паркер. Ну, если тут стервятник есть, это же, ну, если так думать, то это же, типа, Marvel и Sony. И вот они тут, мне кажется, объединятся, если... Хотя, ну... Судя по стервятнику, уже можно так подумать.
то это будет очень-очень-очень круто. Я надеюсь, то, что здесь будет... Ну, мне кажется, по тизеру, то, что здесь минимум будет шуточек. Я очень надеюсь, потому что в Веноме их было иногда очень много, и они, мне кажется, иногда были вообще неуместны. То есть я не шел там смеяться над какими-то моментами. Вот. Здесь, мне кажется, больше серьезности будет. Я очень на это надеюсь. Вот. Но хотя если появится Питер Паркер, это вряд ли будет. Ну, не знаю. Посмотрим. 30 июля. Пишите ваши впечатления от трейлера в комментариях. Ставьте лайки этому видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Check it out.